который сидит по уши в долгах, уже годами не хочет идти работать ни на кого. Сейчас работает на себя, у него ничего не получается, только обвиняет меня. Да, это рано или поздно закончится. Это процесс такой, который закончится может быстро. Каким образом? Я вам скажу. Дело в том, что вы Татиде, почему-то мужа своего воспринимаете как конкурента. То есть, если у вас получается, у него не получается, то вы внутренне чуть-чуть насмехаетесь и радуетесь этому. И этим самым блокируете. И это мне написали на самом деле в этом сообщении. Что нужно делать? Восхищайтесь всем, что делает ваш муж. Не претензии, то, что вы написали, и восхищайтесь всем, чем бы он ни занимался. Говорите с ним, там, чем ты занимаешься, вот это делаю. Вы считаете, допустим, внутри, да все равно ничего не получится, у меня все равно лучше получится и так далее. Выкиньте это и скажите, какой ты молодец. Я так рада, что у тебя получается еще больше в этом направлении. Начните, измените свое состояние и начните его пушить в этом. Говорите, какой ты молодец, молодец, что получается, надо же. Даже если нет денег, ничего не получается, поверьте, все связано с вашим отношением. Потому что вы одна семья. Начните его пушить, начните дуть, начните делать так, чтобы восхищаться. Говорите, солнышко, зайчик мой, надо же, как же там ты, у тебя хорошо получается, уже скоро получится, расскажи мне об этом. Он вам расскажет, скажите, ой, какой же ты молодец, ну только ты мог такое придумать, ты восхитительный, ну дай бог, все у нас будет получаться. Вот так, начните так делать, один год он будет зарабатывать много. Дело в том, что мне повлиять на мужа, вот так и влияние должно произойти. А вы как хотели?